Добрый день. Заказал в магазине всеинструменты.ру термостатическую головку термо, точнее прямой клапан под эту головку. Ну, немножко дороговато даже со скидкой 1256 рублей. И стал смотреть, а может быть что-то там, не знаю, на Вайлдберрисе дешевле. Ну, думаю, надежная фирма, возвращать не придется, проблем не должно быть. Смотрю, а здесь какой-то термо там, ну, дешевле, там раза в полтора. И с головкой, то есть вообще может быть даже в два раза дешевле. И потом обнаружил, что тут какая-то другая термо. Тут какая-то буковка R большая, красная, в центре заглавная. Вот, и вообще какая-то другая какая-то термо. Вот, то есть, ну, в принципе, в той же товарной категории, да, сантехники все это. В общем, до степени смешения, конечно, они все это производят. Но вот качество как бы под вопросом не смотрел. Поэтому все-таки решил не заказывать эту дешевку, а заказал нормальное, проверенное. То есть я знаю, что у них толстые здесь стенки с одной стороны, с другой стороны нормальные проходные отверстия, не узкие. Вот, то есть здесь нет экономии на металле. И ожидаю, что здесь не будет каких-нибудь гулов, писков при прохождении теплоносителя, как в дешевых вот этих клапанах. Вот, спасибо за внимание. Что вы думаете? То есть, ну, видимо, вот этот польский производитель, бренд ушел, наверное, из России, и некому судиться с российскими такими мимикрирующими под него производителями, которые в Китае что-то заказывают и косят. Ну, в общем, термо и точка, что называется.